Большое спасибо, замечательно отдыхается. Я и мои девочки очень довольны. На территории отеля можно сдать ПЦР-тесты. Весь персонал использует маски. То есть мы чувствуем себя защищенными. Вы знаете, мы приехали через год, и мы удивлены, насколько изменился в положительную сторону сам отель, сама территория. Как облагородилась, и добавились новые строения, тут же корабль до питания детей. Пляж, конечно, преобразился совершенно, не знаю. Много построек таких вот новеньких, обновленных. Сами номера обновлены. Ну и мне, как спортсмену, конечно, это большая радость приезжать и иметь в таком месте такой замечательный спортивный зал. Скажите, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, как вы оцениваете наш спортивный комплекс как тренировочную базу для профессиональных атлетов? Ну, мне кажется, лучше мечтать невозможно. Здесь все замечательно, скажу. Мы уже проводили здесь сборы. Здесь тренировалась сборная Союза ММА. В России готовились ребята к серьезным стартам. Вот. И также мои ребята, команда Федор Тим, Вадим Ненков и Кирилл Сидельников, Виктор Ненков. Ребята приезжали сюда и с семьями. Ребята тренировались, мамы с детьми отдыхали. Наверное, для спортсмена тоже самое замечательное, когда ты можешь спокойно тренироваться, и тут же твоя семья, тут же они отдыхают, дети оздоравливаются, все довольны. Да, планируем, нам очень нравится здесь. Планируем, если Бог даст, мы вернемся через год. Парк-отель «Лазурный берег», мы уже здесь полюбили ребят, персонал, аниматоров.